Ребята, короче, у нас тут мега пати. Какие-то исламы Да, тут. смотри, Исламы и. школьный автобус из Сплита. Короче, я все. Мы начинаем гонку, и тут одни вином Артем и Р, Миша. О, и школьный И автобус. школьный автобус просто. Это будет зашибенно. Это ты что ли? Не, Артем на желтой машинке. Мега пати у нас У меня я на золотом, на золотом тут. динамике. Ай, просто один Школьный чувак просто так автобус. стоит. Смотри, что он делает. Да, Миша, конечно, терпила. Да ты Ислам видел, что он последний. сделал? Ай, я врезался вообще, он Он тут козел. грамотно все сделал, он перекрыл всю дорогу, прикинь. Так, ничего, я еду первый. Ты первый? Как ты первый? Шестой. Почему шестой? А, я вылетел Я опять. второй еду. Почему я шестой? Даже Ислам меня перегнал. Да кто там все говорит? У меня? Не-не-не. Это, по-моему, Почему Ислам я сейчас шестой, говорит. скажи? А, вот четвертый. Все, давай. Там вообще один какой-то. Надо Ислам, будет. чё он как-то перемещается странно? Он уключит и. Ислам. Я первый. Да ладно. Четыре круга едем, кстати. Нормально. Это мега финал второго сезона. Мега челлендж. Все, это окончательный финал второго уже сезона. Первый сезон выиграл А мистер подожди, Акул. а зомб-мани? Зубмани, к сожалению, не прошел и был дисквалифицирован. А за разговорчики. Стою. Да. Ты такие неприлежный. То, что он уроки учил. Хорош. Вот он еще увидит это видео, будет плакать. А он ведь посмотрит. Да, я второй. Я второй. Ты где? Я первый. Ты где? Я ну, на старте. Я уже там через реку пройду. Реку, да ты офигел. Так далеко. Около газельки сейчас. А, все, я понял, где ты. Ну чё-то тебя не вижу. Ой, я прям в реку заехал. Что-то меня перегнали. Ну, Я тебя не вижу до сих пор. слышь, я уже на круг перегоняю их. Да ладно. Да, я их вот одного перегнал уже. А там еще школьный автобус. И теперь школьного автобуса тоже перегнал. Это не лохи. Да ты что, гонишь, что ли? Тебя Ты же отвечаю. только же был передо мной. Я тебе говорю. Кукурузное поле проехал? Да, я уже на четвертый круг еду. А, вон Миша, вижу, на круг обгоняю, да. Ой, я третий круг еду. Школьный автобус. Р вышел, не выдержал. А он второй же был, по-моему. Ну, он третий. Я опять в газельку въехал. Ты что, даже Ислама перегнал? Да. Вон я тебя видел, козел. Я тоже туда врезался. А, вот это я прям под эту штуку. Короче, где газелька, под этот домик прям залетел. Блин, это пипец. У меня аж вылетел чубрик. Это ты у меня? Ты сзади меня едешь? Нет. А, я. Ну нет, наверное, Миша, который ты. Потому что я тебя не вижу вообще. Я сейчас уже последний круг еду. А, все, я выиграл. Блин, а я это на кукурузном поле тут. Ислам не выдержал психический натиск. Итак, Артем выигрывает челлендж. Мега челлендж 2. Да, Сезон Капу Якова 2. дает мне фигу 13. Ага. Прям сейчас. Три сразу. Ключа. Слушай, Акова, если так делать, то что, смотри, на пол экрана я, а на пол экрана ты. И мне тоже типа записывать. Ой, это забеет долго. Блин, вот это школьный автобус, конечно.
Ладно, мега челлендж закончился. Будем считать, что Миша третий, а Баб четвертый. Пока. Все, да? Подписывайтесь на канал, короче. И напишите в скайпе мне ВКонтакте, если хотите участвовать в мега челленджах сезон 3, состоящий из двух этапов. Пока.